Ямравайаннаманапетамапетагритвам дайпаяна вирахакатарваджухам Путрети танмаятая тарво винесун Сам сарва бхута хидаям мунимана тасми Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари. Тавад брахма катха мукти падави тавад натикти бхаве тавад чапи висинкхалаттама этина локо веда ститти тават састравидам митаха калакала нана бахирватмасу Шри Чайтанна Падамбуджа Прияджана Джавада Но Дигга Чараха. Гаурия Гоштипати Си Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада told. Сила Прабхупада сказал, что те, кто приходит в Гауди Матх, с каким-то лицемерием, у них нет и не может быть никакой связи с Гауди Матхом. И вот те, кто приходит в Гауди Матх, чтобы неправильно использовать божественное знание, которое есть в Гауди Матхе, то с такими людьми у Гауди Матха нет никакой связи. Никто не может понять причину, по которой Гауди Матх, он снизошел в этот материальный мир. Никто не понимает той причины, почему Гауди Матх, он пришел в этот материальный мир. То служение, которое совершается участниками Гауди Матха, преданными, обычные люди, они завистливы, они выражают свою зависть и не могут понять, что делает Гауди Матх, почему он так богат. Они говорят, что лучше идти в джунгли и совершать там баджан этим саду, зачем им жить в Гауди Матхе. Это плохо. И вот Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, что все богатство Гауди Матха, все украшения, все праздники, все пиры и все остальное, что привлекает других, это все трансцендентно, это апракрита. Не материально, а материалисты не понимают, почему Гауди Матх развивается так. А он делает это для того, чтобы привлечь обычных людей своей красотой, чтобы они пришли и присоединились к Гауди Матху. И в этом случае у нас есть возможность говорить Харикатху им и менять их жизни. И в этом цель Гауди Матха, и ничего иного. И Юкта Вайрагья, гармоничное отречение, которое есть в Гауди Матхе, обычные люди, они не всегда понимают его. Я уже говорил много раз, что Шрила Прабхупад говорит, для настоящей проповеди Чайтанья Вани я могу снизойти на любой уровень. Для настоящей проповеди Чайтанья Вани я могу снизойти на любой уровень. И можно вспомнить, вчера я говорил о том, что обычные люди могут критиковать меня. Если я оставлю свои обязанности, весь этический характер, мораль и все вот этические нормы и мораль и все прочее, оно станет очень незначительным в сравнении с служением Шри Кришне. Любовь к Шри Кришне, она превосходит все, что есть в этом материальном мире. Это все блекнет в сравнении с служением Шри Кришне. И таково послание Гауди Матха. И вот Шрила Прабхупад говорит, для настоящей проповеди
я могу снизойти на любой уровень. Может, обычные люди будут критиковать меня, они не поймут моего настроения, почему я сделал именно так. Но для настоящей проповеди, читания Вани, Шрила Прабхупад был готов снизойти на любой уровень, чтобы спасти обычных людей в этом обществе. Я вчера уже говорил. Что перед Нарадой Питамаха Брахма он говорил. И вот Брахма говорил: «О, мой сын, смотри, на самом деле я даю тебе эту Бхагаватату, это божественное знание, очень сокровенное знание». И вот такие слова говорятся о нем. Но будь осторожен, ты должен говорить Харикатху очень аккуратно. И так, чтобы обычные люди, они могли развить бхакти, преданность лотосным стопам Верховного Господа, и только ради этой цели мы должны говорить Харикатху. Я знаю, что это Харикатха, это божественное знание, данное Гуру Падмой Шрилы Прабхупады, и мы не должны его использовать не по назначению. Сейчас можно видеть, что какие-то люди, они держат перед собой изображение Шрилы Прабхупады или Бхактивинода Такура, занимаются какими-то совершенно посторонними вещами, и нет ничего более опасного, чем обман. Я уже говорил об этом. И вот Брахма, он предостерегает. И мы должны говорить Харикатху с великой осторожностью. Чтобы те, кто слушает Харикатху, они были впечатлены и вдохновлены нашими словами. И кого им нужно слушать? Джива Госвами говорит в этой шлоке. Есть два вида тех, кто говорит, да, те, кто говорит Харикатху. Первые те, кто говорят Харикатху с желанием обрести пост Ачарьи или пост Гуру и завоевать какое-то почтение, уважение, славу. И вот такие люди могут помнить много писаний наизусть, но у других может не быть таких корыстных мотивов. И вот мы должны слушать тех, кто говорит Харикатху ради радости Верховного Господа, а не для обретения чего-либо. И вот как понять, что кто-то чистый, преданный, говорит Харикатху? Много раз я говорил, когда мы почувствуем какую-то, когда мы слушаем кого-то, и мы слушаем от какого-то саду Харикатху и чувствуем. Радость в нашем сердце, и вот через, и слушая так трансцендентный звук, вот этот звук входит в наши уши, потом в сердце, и меняет наше сердце, выглядит как будто, ну, как подобно какому-то озарению, и тогда вы можете быть уверены, что у этого саду, у него есть ачарон, у него идеальный характер, поскольку если саду
который говорит харикатху, у него нет идеального характера, идеального поведения, то его слова не смогут оказать на нас должного влияния. И что говорить о бхакти? И вот Even humanity we cannot find, but to speak about, you know, human behavior. This is simply because we become pakhanda, pasandi. И деградация человечности, она очень опасна. И вот если кто-то ходит использовать то божественное знание, которое они получили от Гурудева не по назначению, то это очень опасно. И вот на духовном пути мы должны смотреть на, не на то, сколько храмов построили или сколько людей привлеклось, нет, качество и количество, они не могут быть одновременно. И мы должны смотреть на качество именно. Бхагаваттатва Вигьян настолько редка, что мы не можем надеяться, что тысячи людей придут и будут слушать и изменят свои жизни. Хотя мы пытаемся, конечно же, сделать все, что от нас зависит, но это не всегда получается так. И вот Гауди Матх, он стремится принести наивысшее благо всему обществу. И вот суть в том, что вот эти слова, они, ну, о том, что есть два вида тех, кто говорят харикатху. И вот если мы разовьем наше духовное видение, мы сможем, если мы будем искренни, то мы можем определять, что есть настоящая харикатха, а что нет. Шудраха пратикрахи шканти тапавешу поживина дармам бакшанти адарма гья адхирура уттамасанам. I told, no? Шудраха пратикрахи шканти тапавешу поживина. Шудраха. Why шудра? They are red cloth, they are брамачарисана. И вот в этой шлоке говорится, шудра mean? What do you mean by шудра? Кто такие шудры? Шудра – это тот, кто… Вот это его качество. И какое же главное качество шудры? Всегда он сожалеет, жалеет о том, что денег не получил, почета какого-то уважения. Кто-то вот получил, на Запад ездит, а они не ездят. И вот так, такое сожаление обо всем – это… одно из основных качеств шудр. И вот ради из-за всего практически шудр, они недовольны ничем. И вот шудр, они всегда чем-то недовольны. Они хотят то их, то все. И почему Гаутами Риши, он был вынужден дать посвящение кому? Гоутами Риши,
И вот Гаутами Риши дал мантру «Джавал Сати Камо». И как этот Джавал Сати Кам родился? Я уже говорил несколько лет назад о том, как он родился. И вот когда он пришел к Гаутами Риши, он сказал, что он хочет учиться у него, что вы учите этих детей, браманов, и я тоже хочу учиться. Он, Гаутами Риши, сказал, что иди узнай, кто твой отец, какой готра ты происходишь. Готра — такое понятие в Индии только есть. И те риши муни, из, у них связь есть с, имеется в виду, в индийской традиции все какие-то люди, они происходят от какой-то готры. Готра, значит, это какого-то определенного риши, Кашьяпа риши или еще какого-то. И вот нужно знать, с какого готры мы происходим. Кто, как вот Экалабхья, например, почему он был игнорирован Дроначарьи? Просто потому, что он шудра. И система, она не... So Jabal Sotkam, Jabal Sotokam, by the order of Gautami Rishi. И вот Джавал Сатикам пошел домой и спрашивает свою мать, что Гаутами Риши спрашивает, кто же я, мой это готра какова, кто мой отец и прочее. И мать, она сказала, что я не знаю, от кого ты родился, кто твой отец, не могу сказать. Я служила многим людям, и кто точно твой отец, я не знаю. И вот я как-то родила тебя, и перед Гаутами Риши этот Джавал Сати Кам пошел и сказал: «О, Риши, я спросил мою мать, и моя мать сказала, что не может сказать, кто мой отец, поскольку я как-то родился, но неизвестно от кого. И те дети других, и дети, которые там были, они все смеяться начали. А этот Риши сказал, что не бойся, ты браман. Поскольку только браманы могут сказать так. И я уверен, что ты браман. И какой же признак браманов? Я уже сказал о том, кто такие шудры. И браман, кто такой браман? А браманы, вот в этой шлоке говорится, что они всегда говорят истину. Настоящий браман, он должен быть вайшнавом. И кто такой настоящий браман, он должен быть вайшнавом, поскольку одно из основных качеств брамана — это преданность Вишну. И если кто-то не предан Вишну, и он браман, такого невозможно. Много раз я говорил, и вот в этой шлоке говорится, даже собакоеды, которые
повторяют святые имена Господа, они лучше, чем такие браманы, лишенные преданности Вишну. И вот, может быть, у кого-то есть хорошие 12 браманских качеств, которые... украшают брамана. И вот, вот это слово значит тот, кто лишен Кришна Бхакти, то есть тот браман, который не предан Вишну, он хуже, чем такой собакоед, который оставил свое собакоедство, а предался Господу и воспевает святые имена. И вот еще одно из главных качеств шудр, то, что они правду никогда не говорят. Может, как-то, ну, внешне как-то выражает почтение, но как не искренне. И вот я уже сказал вот о тех качествах этого шудра, что те, кто шудра, all kind of test of this material life they want to test through this vesa. И вот даже если какие-то люди, шудры, принимают какой-то отреченный уклад жизни, но они все равно не ведут этот отреченный уклад жизни достойным образом. И вот те, кто адхармагья, that this way we cannot expect the total improvement of this society. What to speak about total improvement, where it is written, what is not practiced by you. И вот в писаниях говорится, что если мы что-то не, то есть что-то не осознали, то мы не можем говорить об этом на публике. То, что мы не прочувствовали, у нас нет права говорить об этом. Будьте осторожны. И любой из этих советов, которые я даю вам, если этот совет не проверен в нашей жизни, то у нас нет права говорить об этом. Если это по-настоящему... И также на Вьясасане никто не может находиться, кроме Гурудева. Гурудев, он, то есть на Вьясасане, но имеется в виду на месте того, кто дает наставление, должен быть какой-то очень достойный человек, кто попало, не может находиться на Вьясасане. И вот такова система. И в прославлении Бхагавата много наставлений. И вот Нарада, он говорит, что случится в этом материальном мире, и мы должны подготовиться. Ну, имеется в виду, в Кали-Юге станет все хуже и хуже. Но мы должны слушать Харикатху и повторять Харинам, несмотря на всю эту Кали-Югу и множество проблем, которые случаются. У нас есть возможность слушать Харикатху, совершать сатсангу. И в чем проблема? Any kind of lecture
И вот никакие лекции, никакого, ну, имеется в виду, если мы слушаем что-то от неосознавших себя душ, то ну, надо именно смотреть. То есть, именно нужно слушать харикатху от самосознавших себя душ. И вот однажды с Бабаджи Махараджем случился такой случай. И вот Бабаджи Махарадж, он ездил по служению в Калну, там у него человек, который помогает в публикации книг, и вот он ехал тут, по дороге встретился какой-то преданный, пригласил на домашнюю программу, чтобы Махарадж там харикатху говорил с 4 до 5. И вот они поймали так Махараджа, привели к себе домой. И вот какой-то человек с Искона, вот это, с Искона, это был человек, и вот он знал Махараджа, и вот он также очень уважал Шрилу Пури Госвами Махараджа, и вот он... И вот он начал совершать вандану перед харикатхой, и как-то какие-то преданные, они... А Махарадж, он начал говорить, но первые слова, которые он сказал, это вот Махарадж обычно возносит вандану, молитву перед харикатхой, закрывает глаза и молится таким образом. И вот он начал говорить, и первые слова, которые были, это он сказал, что пусть ваша мать умрет, вы сидите и слушайте харикатху, это более важно. И после того, как харикатха закончилась, и какой-то офицер с одного банка, он спросил, откуда вы знаете, что моя мать больна. А я, Махарадж сказал, что не, он не знает, я просто молился. И это пришло мне, что нужно сказать. А этот человек сказал, что я вот собирался уходить. Тут меня задержали, сказали, что Шьям Баба приходит хотя бы 5 минут послушать его харикатху. И вот когда вы начали, я был очень удивлен, что вы знаете о состоянии моей матери. Я весь час сидел и слушал. И после этого этот человек встретил меня, Бабаджи Махараджа, лет через 10. Прошло 10 лет в Шри Чайтанья Гаудия-матхе. Это произошло. И вот он, этот человек пришел и сказал, что помните вы ли меня? Да, помню, и как вы помните? И да, вы из Калны. Да, Симхара его звали. И вы тот человек, которому я говорил харикатху, и вы были шокированы моей харикатху, что ваша мать умирает. Но он сказал, нет, с матерью все хорошо. И когда он сказал, что вот мать, с матерью все хорошо, у нее все, болезнь прошла, и вот сейчас он пришел получать харинаму от Шрилы Бхакти Валабхи Чирчи Госвами Махараджи. И смотрите, как харикатха, она такое великое благо принесла в его жизнь, что он впоследствии даже через 10 лет получил прибежище у Садгуру. И вот и харикатха, она очень могущественна, она принесет огромный результат нам, может, не сразу, но через какое-то время, несомненно, принесет благо.
separate topics. So Harikatha must have some magic spell. If I am not doing drama in front of you, then Harikatha is going to put a stamp inside your heart. Maybe I can die, but you cannot forget. И вот, если мы слушаем Харикатху от настоящего садду, то это оставит впечатление в нашем сердце на всю жизнь. Как Чилакеша Госвами Махарадж, он давно ушел из этого мира, но все его помнят и никто не забывает. И это настоящая Харикатха. И я уже сказал о том, что то, о чем мы не осознали, не поняли в нашей собственной жизни, то у нас нет права говорить об этом. Если у нас есть какое-то вожделение в нашем сердце, то у нас нет права говорить об этой Вастахаран-лиле. И вот та шлока, на которой я говорил, она очень важна. И вот Госвамипад, он говорит, что те, у кого есть анархия или какие-то желания в сердце, те, кто... И вот те, кто говорят Харикатху, не имея достойных качеств, то это плохо. Но мы должны слушать от тех, кто говорит только то, что они услышали от Гуру Варги. You become angry because I'm speaking Sotavani. I have no enmity. У меня нет. И вот мы должны слушать Шраутавани. Что такое Шраутавани? Это то, что мы услышали от нашей Гурварги. Но многие люди они не могут слушать Шраутавани. Вот Бабаджи Мараш, он говорит, это только то, что он услышал от Гурварги, особенно от Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактивинода Тхакура. А многие люди они не могут переварить такое, такие, иногда, как сказать так, слишком не жесткая, а такая прямая харикатха, откровенная истина, без каких-либо искажений. И вот если у нас нет уважения к Шриле Джива Госвамипаду, то нельзя сказать про нас, что мы гауди. Мы можем, конечно, говорить, что мы уважаем Джива Госвамипада, но мы всем сердцем должны уважать его, поскольку Джива Госвамипад — лучший из татва Ачарьи, и также он раса Ачарьи. Он дал нам много ограничений, и люди... И вот Шрила Прабхупад перед тем, как оставлять свое тело, был очень осторожен, очень внимателен. Я раньше говорил о Тривикра Махарадже. И вот будет Харикатха с 9 до 11 на день этого Говардхана Пуджа. На Бенгале. И вот этот Тривика Махарадж, он сказал Бабаджи Махараджу, что однажды, вот, и он от Гурудева своего слышал, что Шрила Прабхупад однажды сидел в своей комнате, думал о будущем Гауди, особенно от Сарасват Гауди, и Парамананда, он уже принес прасад Шрила Прабхупаде. Шрила Прабхупад ел совсем мало, и вот Шрила Парамананда, он смотрел на в сад, и Парамананда пришел через какое-то время и спросил у Шрила Прабхупада, почему вы не приняли прасад? Я давно вам принес.
что вы ждете. И вот Шрила Прабхупад повернулся к нему и сказал: «Я смотрю на вашу удачу, как ваша удача пропала, как вы все потеряли вашу удачу. Я смотрю на это без... И вот вы как-то потеряли вашу удачу. Я смотрю на то будущее, которое произойдет с вами. Я слышал это от такого авторитетного источника. It can bounce and go back to you. Then I can feel it's not good. Parvat Goswami Maharaj. И вот Парват Госвами Махарадж, который родился в Сурабхи Кунджи, он Дамаваси, кто в детстве он получил возможность слушать Джаватарма от самого Шрилы Бхактивинода Тхакура, и вот он ушел. Но у него остался матх в Удале, это в Орисе. И вот после его ухода Ачарья остался, который был настоящий гуру севак. Его звали Сагар Махарадж, его имя Бхакти Сундар Сагар Махарадж, он близкий друг Бабаджи Махараджа. И вот И вот он рассказывал, что слышал, как Шрила Прабхупада говорил, что он смотрит, как случилось так, что мы всю нашу благую удачу потеряли. Ядувамса была уничтожена, и как это случилось по... по воле Йога Майя. И как случилось так? И вот так это. И вот если вы избавитесь от анартха в вашем сердце, но все же если у нас есть какие-то желания, какое-то вожделение, мы не должны находиться на Вьясасане. Это наставление Шрилы Джива Госвами Пада, но кто этому следует? И вот Джива Госвами Пад говорит: Нираг значит, у кого нет никаких желаний в его сердце, и это Брахма хотел сказать Нараде. Мы должны говорить Харикатху таким образом, чтобы обычные люди, они обрели благо. И вот мы не должны неправильно использовать эту Бхагават-катху, особенно когда мы говорим о Раса-татве. Если я вижу это, то это очень опасно будет для нас. И вот та шлока, с которой Махарадж начал, он хочет напомнить, что эта шлока, вот эта шлока. Тавад Састравидам Митаха Калакаранана Вахирватмасу Сри Чайтанно Падамбаджа Прияджано Джавад на Диггачара. Мы не можем думать о том, что мы возвышены до тех пор, пока мы не встретимся с чистым преданным, с спутником Гуранги Махапрабху. Мы очень удачливы. Мы видели нашу Гурваргу Шрилу Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. Мы очень удачливы.
И вот и до того мы очень удачливы, и пока мы находимся и те, кто думает о мукти, об освобождении, но что за мукти нам нужно, бхакти нужно. И все, ведическая система, в ведической системе очень много правил и ограничений. Не так, как в других обществах. Индийская, так сказать. Но Махарадж говорит, что наблюдается, что индусы, они стремятся к какой-то европейской культуре, европейцы к ведийской. И вот Прабхутананда Сарасвати, он говорит, и вот все правила и предписания, которые установлены в обществе, они есть, но когда мы получим, когда у нас будет такая же любовь к Шри Кришне, такое же чувство, как у Гопи, то мы должны, мы не сомневаясь, отбросим все наши общественные привязанности, обязанности и все прочее. Все эти социальные нормы, они станут преградой для нас, и мы отвергнем их. То есть, когда у нас будет такое чувство, огромное чувство любви к Кришне, то ведические нормы, правила и предписания, они, если они будут помехой на пути к Кришне, то мы не сожалея оставим их. Tavas sastra vedam, they are having sastra knowledge of sastra. Tavas sastra vedam, mitaha kalakala nana bahimatasa. They are going to fight with each other. But when you can meet with a rasik acharya. Ну, когда мы встретимся с расик ачарьей, кто такой расик ачарья? Чайтанна падамбуджа. Мадупебьо намо намаха. From other slum. И вот, вот в этой шлоке Шри Чайтанья Чаритамрити описывается, кто такой расик ачарья. Махарадж говорил об этом около года назад. Что говорить о нашем человеческом этом теле? Даже собака, она может изменить свою жизнь, если у них будет возможность, хотя бы небольшая возможность встретиться с
близкими спутниками Шри Кришны Чайтанья и лотосные стопы Шри Кришны Чайтанья, или даже те пчелы, которые кружат вокруг этих его лотосных стоп, они Гуру Варгана олицетворяется этими медовыми пчелами. И вот они кружат вокруг лотосных стоп Махапрабху. А зачем? Чтобы обрести нектар. Обрести такой нектар макаранда. И если у нас будет возможность обрести связь с одной из таких медовых пчел, имеется в виду Гуру Варги в нашей жизни, что говорить о этих людях, даже собака, она может спастись. Даже вот собака, может смешно нам, но я видел в своей жизни во время Гуру Мандал Парикрамы много раз случалось так, что какая-то собака, она тоже с нами совершила парикраму. Кто сказал этой собаке? Это не, причем не какая-то собака ручная, ну, в смысле домашняя, просто уличная собака, она вот так смогла следовать за преданными. Я практически видел в моей жизни, много раз случалось так. Какая-то собака следовала за нами, совершала парикраму, и потом куда-то так исчезала. Никто ее больше не видел после парикрамы. И вот если хотя бы немного у нас будет возможность применять прибежище у такого саду, то даже собака, посмотрите, как собака Шивананды, что с ней случилось. И вот когда мы встретимся с настоящим саду, со спутником Шри Чайтаньи Махапрабху, то вся наша склонность к спорам и прочее все уйдет, все наши такие, вся скверна, которая, может быть, у нас есть, она вся уйдет. Понимаете? Потому что у нас будет возможность встретиться с спутником Шри Мана Махапрабху или как Шрила Прабхупада, Шрила Бхактивинода Тхакура. Хотя они спутники Шри Мана Махапрабху, хотя они, может, явились позже, но это не показательно, что мы всегда должны быть заняты с такой сатсангой. Если у нас не будет склонности к сатсанге и к слушанию харикатхи, то это может быть причиной падения. Единственный признак нашего продвижения – это огромное влечение к гуру и вайшнавам, и к слушанию харикатхи, и к служению. И вот такое желание, огромное влечение к харикатхе, оно может помочь нам взойти на путь Рагануга Баджана. Конечно, мы можем читать Уджала Ниламани или другие книги, но толку от этого. Мы, конечно, можем пойти на базар, купить какие-то книги, но чувства кто нам даст? Но Гуру Кишурдас Бабаджи Махарадж говорит, что кто-то, конечно, может пойти на рынок и купить книги, но чувства без Гуру Вайшнава, где они обретут?
Ну и кто может получить прямое чувство? Это сокровище гуру и вайшнавов. Если они дадут нам, то мы получим своими собственными попытками, мы не сможем обрести это. И вы помните, когда Мадав Госвами Махарадж, он хотел спасти место явления Шрилы Прабхупады, то все были очень рады, поскольку только Мадав Госвами Махарадж, он смог сделать это, поскольку другие никак не могли этого сделать. И вот преданные приходили. Пытались, но ничего не получалось. Там жили разбойники местные, угрожали там зарезать всех, кто осмелится что-то сделать на этом месте. Но и Шрила Мадав Госвами Махараджа приходилось идти в суд и пытаться как-то выселить. И вот Мадав Госвами Махарадж выиграл суд, и тогда с суда пришло указание, что этих товарищей надо выгнать. Но Мадав Махарадж до этого очень он предложил им сначала купить их место, но они отказали, что там ничего не надо, ни денег, ничего не надо. Но Мадав Госвами Махарадж, он когда выселял их, то эти гунды потом вспомнили, что он им какие-то деньги обещал, хотел купить эту, ну, то место, где они жили, но они отказались, поэтому Шрила Мадава Махараджа пришлось судиться с ними, и в итоге он потратил много лет на суд и выиграл дело. А сейчас они, после того, как их решили по суду выселить, они решили какие-то деньги спросить за их место, но Шрила Мадава Госвами Махарадж, он ничего не дал им, а подшутил над ними. И вот когда Шри Чайтанья Махапрабху, он с Санатаной Госвами, он рассказывал. И вот Санатан, он говорил: «О, Санатана, смотри». Вот, например, он такую аллегорию приводил, что кто-то плачет о том, что был где-то за пределами своей деревни, а тем временем отец умер, оставил наследство, все братья забрали наследство себе, а ему ничего не осталось. А вот он ему говорит, что не волнуйся, у тебя все есть. Я скажу тебе, где найти, иди в тот лес, там ты найдешь. Вот иди туда, на восток, там копай, вот ты найдешь некое сокровище, но нет, не спеши никуда. Как медленно, но верно лучше идти. Если ты слишком отклонишься в этот на юг, то питон может тебя укусить. Если в другую сторону, то там демоны какие-то. А если на запад, то там какие-то эти, как их, тоже опасные твари. И, ну что же делать, слушай меня, с востока ты должен идти вниз, не беспокой никого, иди вот на восток,
там копай и найдешь то, что тебе надо. И вот Махапрабху, он сказал: «О, Санатан, ты понимаешь, что я говорю тебе, что этот человек, он, который плачет, он подобен обусловленной душе, у которой нет никакой информации о Верховном Господе. А кто такой Сарвагья? Это гуру, Таттвавид гуру. Он говорит, что у тебя есть огромное сокровище, что это за сокровище, это Кришна Према, которая внутри нас находится. Она настолько сокровенна, но мы можем спорить, сражаться с кем-то, но Кришна Према, она внутри нас. Кришна Према говорит, что это есть огромное сокровище, которое ждет нас, что мы дети Амриты. И вот сокровенная собственность ждет нас, и у нас есть возможность следовать сочетанию Махапрабху. И с этим, этим Махапрабху хотел сказать, что у нас есть не только Кришна Према, но и Гопи Према. Это огромное сокровище. Махапрабху хотел сказать об этом огромном сокровище Гопи Преме. И если я буду говорить об этом, то мы должны понять. Я предупреждаю вас, что мы должны быть осторожны. Мы не должны использовать неправильно это знание. В нашем сердце мы должны быть всегда осторожны, знать, что Он Верховный Господь, Паракилеша, Повелитель, Создатель бесчисленных Браман. His rocket out of order, she could not reach a chan, moon, finish. Try to understand, look at the sky. И вот мы должны смотреть на небеса, бесчисленные Браманды. А кто мы по сравнению со всем космосом? Мы должны смотреть на небеса. Кто мы? Мы столь малы, подобно пылинка. А все остальное, бесчисленные эти миры, а кто мы, как долго мы будем жить, а когда умрем, что дальше будет. И мы должны думать, размышлять об этом. А кто мы, откуда мы пришли, кто наш отец, кто наш мать. И тогда мы, когда мы осознаем, мы поймем, что только Гуру Вайшнавы наши настоящие благожелатели. Мы не просто удачливы, мы наиболее удачливы. Мы настолько удачливы, что если мы хотим... А если нашу удачу мы хотим выкинуть, то это большая неудача для нас. Мы должны всегда думать о том, что даже те, кто философы, западные философы, такие как Кант и прочие, они говорят, что он говорит о себе, что он, когда смотрит на небеса, он думает, кто я, куда же я пойду после смерти. И вот также он говорил, что когда я совершаю что-то плохое, я думаю, что я не должен этого делать, но откуда... Я знаю, кто говорит мне, это на санскрите «вивек» называется, такое сознание, но что-то вроде совести, которое говорит нам, что если мы что-то не то делаем, она подсказывает нам, что мы...
не должны делать. И вот мы всегда должны быть очень осторожны, не совершать никаких ошибок в нашей жизни. Если мы совершим какую-то ошибку в нашей жизни, это большой проблемой будет, если мы примем прибежище. Ну, даже сложно сказать жить на Навадвипдхаме, более точно, точнее не принять прибежище, а жить на Навадвипдхаме, поскольку если кто принимает прибежище, настоящее прибежище в Навадвипдхаме, это очень высокие слова. Это кшатрасаньяса зовется. Есть, конечно, такие личности, которые принимают но прибежище в Даме, но это очень редко. Махарадж говорил, что есть какие-то йоги, вот, ну, вот Махарадж рассказывал в прошлый раз, что про какого-то йога, который в Гималаях где-то жил лет 45, что он решил, что вот, будет жить на этой Девабхуми, божественной земле, всю оставшуюся жизнь. И наш Гададхар Пандит, он тоже принял кшетра саньясу, но когда Шри Чайтанья Махапрабху отправился во Вриндаван, он пошел за ним, плача, и Махапрабху сказал, что возвращайся назад, ты нарушил свою кшетра саньясу, но не послушался его. Кшетра саньяса, он сказал, что опускай мою кшетра саньяса, отправиться в ад. А почему? Ты же принял кшетра саньясу, но он сказал, что нет, я не могу жить без тебя. Гададхар сказал Махапрабху, и после этого долгое время прошло, и они шли, и Махапрабху спросил, что ты хочешь? Ты нарушил свою кшетра саньясу, ты не слушаешь меня, ты любишь меня или нет? Если ты любишь меня, ты должен слушать меня, иди и служи Гопинатху. И когда Шри Чайтанья Махапрабху вернулся, то он, и вот когда он услышал эти слова от Махапрабху, он упал без сознания. Махапрабху ушел дальше, а этот Гададхар остался там, потом преданные пришли, они окропили его водой, облили, как-то привели в чувство, и этого Гададхар Пандита они вернули в тот Агапинат, и это зовется любовью. Если у нас нет любви к Гуранги Махапрабху, то как мы можем говорить, что у нас есть любовь к Радхарани? Для начала у нас должна быть любовь к Гуру Вайшнавам, Нитянанде, Балараму, Гуранги Махапрабху, а уже потом к их более высоким ипостасям. Я хочу видеть, сколько любви у нас есть к Нитянанде, к Гуранге, к Гурварге. И таков путь Рагануга Баджана. Если мы совершаем такую сатсангу, то тогда мы можем надеяться на улучшение в нашей жизни. Я не всегда говорю какую-то негативную катху, также положительную, но это негативное. Нужно, чтобы мы видели, что такое тьма, и видели величие света в сравнении с этой тьмой. И вот мы должны помнить, что Брахма сказал нам, что мы должны быть очень внимательны и осторожны. И вот те, кто приходят в Гаудиаматх, почему? Имеется в виду, что те люди, которые приходят в Гаудиаматх, чтобы неправильно использовать то божественное знание, которое доступно в Гаудиаматхе. И вот если кто-то хочет так делать, то Санатан Джива, Рупа Госвами, Рагунат, они оставили нам огромное сокровище, но некоторые хотят использовать его не по назначению. Почему это происходит? И если так кто-то делает, он становится демоном, а не Рагануга Бхакта, поскольку он неправильно использует это сокровище, которое оставлено Гуру Варгой. By wrong advice, you know, I can mislead you. Go to hell.
И вот Махарадж говорил уже об этой шлоке, что что такие вот тот, кто обманывает, и тот, кто обманывается, они оба попадают в ад на долгое-долгое время. И мы должны помнить, как мы можем получить доступ услышать об этой такой опасной лиле. Опасной имеется в виду, такой иносказательно говорится, что опасная, она очень... Мы должны быть предельно осторожны. И однажды кто-то сказал Шриле Прабхупаде, что Шрила Прабхупада говорит очень высоким языком, и, пожалуйста, спуститесь на наш уровень. А Шрила Прабхупад ответил: смотрите, если лектор, он лучше, если он не будет опускаться до уровня слушателя, если он возвысит слушателей до его уровня, то это гораздо лучше. Если слушатели смогут возвыситься до уровня лектора, смотрите, на какое умонастроение Шрилы Прабхупады. Давно далеко не все понимают харикатху Шрилы Прабхупады, но продолжайте слушать, поскольку это слова Вайкунтхи, они даруют нам полную радость. И мы сможем занять нашу душу в вечном служении Верховному Господу. И таким образом у нас будет возможность занять себя в непрерывном служении Верховному Господу. И вот, и тогда мы будем полностью довольны. Во Вриндаван есть много садху, которые там живут с различных сампрадай. Некоторые из них, они шутят, те садху, что у садху нету никакой собственности, никакого богатства. Что у них есть? Вот лота, что-то. Лота – это значит емкость для воды, ну, как такое, кружка. Что-то значит... палка. У Бабджи Махараджа тоже есть несколько палок. Ну, ходить вокруг Галадхана или по парикрама, обезьян защищаться. И лангу, это значит каупина, данная Гурудевам. Это три вещи, которые есть у саду. Даже Шрила Прабхупад говорит, что у него нет никакой собственности. Все принадлежит Гуранге Махапрабху. И мы не должны стремиться как-то, ну, какой-то изысканной еде и прочим наслаждением. А сейчас так происходит, к сожалению, некоторые преданные собирают несколько календарей со всех матхов, со всех храмов и смотрят, где там праздник, пир в тот или иной день, чтобы еще не пропустить, поскольку одного календаря мало, иногда они не совпадают. И вот кто это написал? Джагатананда Пандит, вечный спутник Шримана Махапрабху, что язык, он очень опасен. Если мы сможем победить побуждение языка, то тогда можно сказать, что мы победили все наши остальные органы чувств. Это Кришна говорит Удава. Я не могу сказать, что тот Джитендрия, кто Джитендрия, тот, кто победил свой язык, тот зовется таким словом. И вот тот, кто победил язык, все его остальные органы чувств, они тоже побеждены автоматически. Hello. Then how we can know? Gitam sarvam jite rase. If the tongue is already, если язык побежден, то not that sweet ball or ball. In that case, he can come out successful.
Jitam sarvam jite rase. When you can get control over rasana, tongue, try to follow day by day in your whole body and mind. Try to search if there is any defects or not. Try to throw, eliminate. Follow. И вот Джагадананда Пандит говорит, он говорит, что мы не должны обуздать язык, и тогда все наши остальные органы чувств, они автоматически будут обузданы. И вот мы должны быть очень осторожны, внимательны. И вот те, кто жадны, бегают здесь и там, они не смогут стать успешными и обрести Кришну в своей жизни. That because it's, you are not going to get control. That automatically that key also become loose. Another key is there down. It's also big problem. So it is written by Jagadananda. И вот Джагадананда, он так ну, он так в другой стихотворной форме говорит о том, что мы должны обуздать наш язык. И они, настоящие преданные, они тоже не жалуются ни на что. И вот сейчас Махарадж возвращается к очень важной теме, к Вастахаран Лиле. Если мы можем понять эту лилу в нашей жизни, то тогда никакие... Если мы сможем вот, понять эту Вастахаран Лилу, никакие проблемы не затронут нас. Bhakti Sukha Shvatra Katham Abhudaya Bhavet. I already told. This is from Rasamrita Sindhu. Very nice. Now I was discussing about the condition of those small birds. И вот Махарадж говорил о тех гопи. Nando Brajo Kumarika. Nando Brajo Kumarika. И вот Нанда Враджа Кумари, даже Кришна, он был вдохновлен, видя их посвящение, их любовь, их чувства, их великолепное положение. Мы не можем сравнивать этих Нанда Гопа Кумарик с какими-либо преданными. Но можно вспомнить, что Удав, он говорит, что вся социальная система, ведическая система, она стала проблемой для меня, ну, для него, в смысле, что он не видит никакой системы в ведической системе, потому что он развил огромную любовь к Шри Кришне, и сейчас эта система не подходит ему, поскольку он совершает Рагануга Баджан. Это огромная любовь к Шри Кришне, которая сносит все на своем пути. Вчера Махарадж говорил, что если наши обязанности, социальная система, ведическая система или еще что-либо становится препятствием на пути нашего Кришна Баджана, то мы можем избавиться, выйти из этой всей системы, нарушить ее. И вот это наша, моя обязанность, если наша моральная, социальная система, ведическая система, она становится препятствием на пути нашего Кришна Баджана, то мы можем отказаться от этого. Пускай
все останется так есть, а мы прыгнем в Кришна-севу, и это великолепие Кришна-севы и Кришна-премы. Это великолепие Кришна-премы, любви к Шри Кришне. Мы не можем представить, это непостижимо, мы не можем представить это. И мы должны следовать Рагануга Гурварги постепенно. Рагануга Гурварги. Постепенно, и тогда через наш Харинам Санкиртан, это указание Шримана Махапрабху. С помощью Нама Санкиртана мы можем обрести все. Нама Санкиртан – это садхана и садхья. Нама Санкиртан – это садхана и садхья. Поскольку Нама Санкиртан это как это садхана, наша практика и также наша цель. И по милости Рупанога Гурварги мы можем достичь того уровня, на котором Нама Санкиртан станет нашей садхьей, целью. Поскольку с помощью Харинама Санкиртаны мы можем видеть все лилы. Все лилы Кришны и всех участников этих лил. И сейчас та же самая лила происходит в этой же драме, только разница в том, что эта дама, она покрыта какой-то сетью, которая майей, которая олицетворена майей. И эта сеть майи, она не пускает материалистов в эту даму. И вот я уже сказал о том, что Рагунат Дас Бабаджи Махарадж и Васангани и два этих мальчика с Шинатпура пришли, Рагунат Дас Бабаджи Махарадж, он говорит, Харикатху каждый день это из Дайвадхармы. И однажды они, в один день они решили получить посвящение у него, и они организовали какой-то пир по этому случаю. И вот они из Шринатхпура, двое этих мальчиков пришли, и Рагунат Дас Бабаджи Махарадж дал им посвящение, впоследствии они организовали праздник, какой-то пир, и Джайадхвани начали возносить, и они обнаружили, что Шачима, Малини, они увидели этих участников Гуралилы, которые появились на их празднике. И почему по милости Рагунатха Дас Бабаджи Махараджи и огромной милости, которую получили эти два человека из Шринатхпура, и Махапрабху был доволен их пиром, который они устроили, и они так смогли получить даршан спутников Шримана Махапрабху. И они осознали, что это лила Махапрабху, она происходит в их время. Если мы не достигли этого уровня, то мы не сможем получить надежду. И вот вчера, можно вспомнить, я говорил о том, что Кришна говорит. They are feeling shy,
И вот эти маленькие гопи, они сидели в воде и стеснялись выйти. Why they cannot understand this is transcendental lila? Even today, I can show you. Эта лила, она трансцендентна. They're speaking Harikatha everywhere, earning money. Есть какие-то люди, которые комментируют эту лилу очень скверным образом, все в полном противоречии от Сиддхасиддханты. И вот такие люди, которые превратно объясняют эту лилу, они также могут говорить что-то о Шри Чайтанье Махапрабху, чтобы какие-то глупые люди, они подумали, что раз они говорят о Махапрабху, то и по идее следует. И так получается, что вот этих людей, это Махарадж говорит про, ну, какие-то во Вриндаване какие-то эти, как их, Сахаджи или как-то в таком духе. А вот они. И вот такие сахаджи, они объясняют все приватно, а еще в конце своей харикатхи говорят, что они всю эту свою харикатху предлагают стопам Катаяни. Но это тоже апасиданта, поскольку это оскорбительно по отношению как к Катаяни, так и к харикатхе. И вот такие люди тоже утверждают, что Прабхудананда и Пракашананда — а это одна личность, и критикует саньясу, и шафран, и прочее. И вот такие люди хотят доказать, что Сутадев Госвами не был Сутой, а был Брамой. Но вот он... Orchestra going on, you cannot believe. Oh, so nice. They want to prove Sutadeva Goswami is not at all Suta, he is Brahman. Where from they get? That's mean they don't believe in the what you try to understand my point, what I speak. И вот если такие люди хотели, хотели доказать, что он Брахман, то значит, что у них нет веры вайшнавов, поскольку Сутадев был уже вайшнавом. И вот смотрите, очень важно, если вот такие люди хотели доказать, что Сутадев Госвами Брахман, то, это доказывает то, что у них нет никакой веры вайшнавов. Поскольку Сутадев Госвами, он был уже вайшнавом, и, соответственно, Браманом, поскольку вайшнав, он выше, чем Браман. Но можно наблюдать, что много глупых людей сходят и слушают катху таких сахаджи. И вот так можно видеть, что многие люди идут по ложному пути. In showcase some idol. I can show you. In classroom they put Ram Sita as if you can believe they worship Ramchandra. But you can look at the, it is not at all deity. I look at the Vigraha, I think it is not deity. Deity means absolute, just like ordinary, you know, puppet.
и вот их эти божества, вот таких сахаджи, они тоже похожи больше на кукол каких-то, чем на какие-то божества, поскольку божества, они живые, и у них какая-то такая внутренняя красота, а у них просто идолы какие-то. И... А еще у них вот как раз в этих сахаджи как раз эти божества в Рамачандре стоят божества, но они заявляют, что Кришне Кришне поклоняются, но согласно вот этой шлоке Кришна Сатамара Кришна Дитепара, то есть если Гурудев дает нам Кришна мантру, то соответственно, мы Кришну стремимся к Кришне, и Кришну должны обрести, а не Раму, как у них. Ну, Махарадж вот возмущается той ситуацией, что во Вриндаване происходит и не только. And some Siddhanta Vishar in your life to support your bhajan. Idiot, no baba. Ну, смысл в том, что если слушать Харикатху из неправильного источника, то ничего хорошего не будет. И вот достаточно давно, лет 15 назад, Махарадж был в Дауджи Мандире. И какой-то преданный сказал, что какой-то международный саду приехал. И мне интересно было, что за выражение такое, международный святой. И вот... И вот он откуда-то с Рамананди Сампрадая был этот саду, совершал Рамбаджан, у него был ашрам в Шукартале Мурари Бапу. И вот он во Вриндаван приезжал, и вот он на Махарадж хотел, но решил посмотреть, кто это такой. И вот этот человек приехал, начал петь Гопи-гиту, Махарадж услышал только первую строчку и понял, что смысла нет никакого слушать. Foolishness in my life. So you see, this way actually, when Krishna joking with them, because. Кришна, когда говорил с этими маленькими гопи, которые были в воде, Кришна, он повелитель всех вселенных, он источник всего. И вот он пошутил с этими гопи, которые были в воде. И вот Кришна говорил, вы знаете, я никогда не говорил лжи. И они засмеялись. Someday I can discuss in time permit and a whole month actually. Damodar Lila. That time we can discuss so many nice things. В дальнейшем, если будет достаточно времени, Махарадж сможет говорить о
Дамодара Лили. И вот однажды какие-то вражаваси на Нарайна Пуджу пригласили Кришну вместе с его матерью на эту Нарайна Пуджу. И и вот Кришна вот во время этой Дамодара Лилы, вот в то время он часто шутил, подшучивал над Враджаваси. Ну вот Кришна часто подшучивал над Враджаваси, как закрывал их дверь снаружи и отвязывал коров потом и прочие шалости делал. Но когда Кришна делал такие эти гадости для Враджаваси, но они не обижались на это. I like to worship that Nanda Baba because in his courtyard, Parampara Kesha Krishna crawling. So this is the magic spell of Krishna Bhajan, that Brahman speaking. I like to let them read this and that, whatever the ritualistic activity they can follow. И вот какой-то браман в этой шлоке говорит, что он хочет поклоняться тому Нанданадану Шри Кришне, который ползает в доме Нанды Махараджа. Вот это такие слова говорятся, и мы тоже должны в итоге обрести такое чувство. И мы должны спрашивать себя всегда, чего мы достигли вечером перед сном, или просыпаясь, мы должны всегда спрашивать себя, чего мы достигли. И тогда постепенно мы сможем обрести какие-то качества, которые помогут нам достичь Рагануга Бхакти. Наша Гурварга ждет. Мой Гурудев говорил, что Гуру Нитьянанда не зовут нас, они с открытыми руками, и они зовут нас к себе, но мы стремимся к Майе, к каким-то дешевым наслаждениям. И Гурудев говорит, что Нитьянанда, Гуру Гададхар, они зовут нас к себе, чтобы даровать нам это сокровище. Единственный путь, мы должны обрести милость от Гуру Вайшнавов, нет никакого другого пути. И вот с великим предостережением мы должны, с великой осторожностью мы должны слушать эту лилу. И вот Кришна шутит с ними, с этими маленькими гопи. In that case, Krishna joking that way.
Whereas a Krishna is a result of their all growth. И вот Кришна — это результат всех их обетов, и Кришна сейчас, Он пришел и шутит с ними, и они тоже отвечают Ему. Because witticism almost and Bhagavanaha means they are and Akanta Magana, they are up to this point they are inside water. And they cannot come out because they are not, no cloth is not there. И вот эти гопи, они стояли в воде и так обменивались шутками с Кришной. И не могли выйти, поскольку холодно было, и одежды не было у них. That only because they are ladies, they cannot. No, they are not ladies. They are baby, small girl. Эти гопи, они были очень малы, около 4 лет им было всего. И то, что они не могли выйти без одежды, они словно сказать, что они стеснялись, поскольку вот в деревнях можно видеть, что дети в таком возрасте, они все бегают без всякой одежды. И вот они начали и вот они говорят, что мы дрожим от холода, и, пожалуйста, дай нам нашу одежду. А ты сын Нанды Махараджа, и значение каково? Они хотели сказать, что ты сын Нанды Махараджа, и ты... Из-за того, что Нанда Махарадж очень тебя любит, он не учил тебя никакому воспитанию, никакой этике, и поэтому ты так себя бесстыже ведешь и не даешь нам одежду. И вот Кришна говорит, что давайте выходите все вместе или поодиночке. Вы знаете, что я раньше никогда не говорил лжи и не буду говорить лжи в будущем, поэтому не бойтесь приходить. Выходите все сразу или по одной и берите свою одежду. И вот объект их враты, цель их обетов, их враты, он уже явился перед ними, и вот он шутит с ними, и они переполнены премой, они рады, что их обеты, они закончили с успехом, но им стыдно было выходить из воды. И вот какие-то люди, которые говорят, какие-то люди комментируют и и вот какие-то люди говорят, что пока эти
А ну эти люди, в общем, неправильно говорят. Они говорят, что если пока эти гопи не отбросят стыд, то они не смогут обрести Кришну. Но это их суждение неправильное. То есть их суждение неправильно, иначе Друва Махарадж, Прахлад Махарадж, они получили милость Кришны, будучи в одежде. И, ну, то есть суждение таких людей несостоятельное. И вот сейчас Махарадж продолжает. Вот это кула дхарма и стыд среди много миллионов людей, много преданных могут быть во всех вселенных, и Кришна. Он дарует свою милость различным преданным, которые живут в различных местах, но Кришна всегда дарует свою милость кому-то. Но здесь особая милость, особая, поскольку они не просто в Раджавасе, а те, у кого они в Раджавасе, но у них такая особая, огромная любовь к Шри Кришне. И поэтому они за пределами всяких ведических правил и социальных, рамок социальных приличий. Поэтому Удав, он про них сказал такую шлоку. И они нарушают всю социальную систему, поскольку они не могут сдержаться. Их према, она огромна. И такое чувство, оно есть только у Враджа-гопи к Кришне. Такая према, такая любовь, она есть только у Враджа-гопи, и нигде во всех других вселенных его нету. Только у Враджа-гопи такое чувство, и нигде больше нельзя найти его. И сейчас вопрос... И вот сейчас вопрос в том, что кула дхарма, какая-то социальная система, кто нарушит ее? Я спрашиваю вас, кто может нарушить эту систему? Редко кто, почти никто, поскольку если мы живем в каком-то обществе, у нас есть какой-то стыд для делания определенных вещей, но когда вопрос Рукмини, вот случай с Рукмини. Рукмини, она написала письмо Кришне: «О, Кришна, я умираю. Кто-то, Шишупал, он хочет похитить меня, но Рукмини пошутила, написала Пошупал. И ты подобен льву, а я твоя львица, и поэтому ты должен явиться и забрать меня. И вопрос, почему Рукмини послала одного посланника, брахмана, к Кришне в Двараку с этим письмом? Почему она сама в Двараку не пошла? Почему Рукмини сама в Двараку не пошла, послала кого-то вместо себя? Поскольку неприлично было это в обществе, поэтому она
стыдно было это делать, и поэтому она предпочла кого-то послать в любовных делах, как те... Но если люди влюблены в друг друга, то раньше нужно было следовать различным с этим системам, привлекать десятки посредников и прочего-прочего. Да сейчас можно прийти и забрать девушку и жениться на ней, или наоборот. А раньше нужно было десятки посредников привлекать, прочее, пятое, десятое. Иначе это неприлично просто прийти и взять то, что хочешь. И вот Рукмини, ну, если бы она любила Кришну, ну, по-настоящему, она бы взяла и сама пошла к Кришне, но она пишет письма через каких-то посредников. Она пишет, что если я не обрету себя, тебя у Кришны, я буду в течение следующих 100 лет совершать аскезы и обрету тебя. А почему бы и не сказать, что вот сейчас все брошу и пойду к тебе? Она не могла, поскольку, ну, она жила в каком-то обществе, где это неприличным считалось. В шастрах говорится, что, и даже, ну, в каких-то не шастрах, а в каких-то других книгах, для женщины украшение стыд, и, ну, что стыд — это украшение для женщины. Что если у женщины есть стыда, то она... Если у женщины нет стыда, то она просто ведьма какая-то, а не женщина. So, actually, nobody in Indian society, they cannot break Indian society, those who are here. И вот те участники индийского общества, ари так называемые, они не могли нарушить свои все принципы своего общества. И вот Рукмини, она не могла нарушить такие эти социальные нормы, и поэтому она написала, что лучше будет жить, ждать сотню следующих рождений, если она не сможет обрести Кришну и будет оставить тело, совершая аскезы и посты. И во всей Брахманде можно, попробуйте найти хоть одно свидетельство, что кто-то, кроме этих Враджа-гопи, у которых была огромная, непостижимая, несравненная любовь к Шри Кришне, они единственные примеры. И поэтому можно видеть то, что Шри Чайтанья Махапрабху хотел сказать нам. Вот эти слова он говорил, что если у нас будет возможность следовать таким Враджаваси, то мы должны делать это, не следуя таким Враджа-гопи. У нас нет пути, даже Лакшмяна не может достичь этого. И вот смотрите, сейчас мы пришли к тому, что те, у
что очень уважаем в обществе, какие-то кула-рамани, например, эти женщины с ведических семей, то у них есть стыдливость, они не могут нарушить это стыдливости. И еще с другой стороны, были какие-то бесстыжие продажные женщины, которые, у которых не было ни капли стыда. Но это другая система, это они полностью бесстыжие были. Ну, это отдельная тема совершенно, но посередине никого не было, кто бы мог нарушить такую эту общественную систему. You are so idiot, so fallen, so passive, come there. You are going to make this system? You have no conception, no dignity at all. Who is Krishna? И кто такой Кришна? Big writer. Какие-то писатели пишут часто какую-то ересь о Кришне и об этой лиле. Но кто такой Кришна и какова разница между Кришной и этим Враджа Кумари? Смотрите, если будем смотреть глобально, то это Шакти Мата Абхед. Это Шакти, которая не отлична от Шри Кришны. То есть это энергия Кришны, они эти гопи. Бхактивинода Такур говорил, что мы шакты, мы любим Радхарани. А кто такой Кришна? Мы хотим обрести лотосные стопы Радхарани, и мы шакты. И завтра Махарадж более подробно будет говорить об этом. И есть много всяких комментаторов, которые изучили санскрит, думают о себе, что они пандиты, и пытаются как-то приватно объяснять эту лилу. Но нет, до тех пор, пока мы не обретем полную милость гуру и вайшнавов, то мы не сможем найти значение этой лилы. И поэтому Санатана Госвами, он написал перед тем, как писать какие-то комментарии Гопи Гити, он просит прощения у Гопи. Он говорит, что всегда просит прощения. Я не понимаю того настроения и то, что вы хотели сказать Кришне, и то, что Кришна отвечал вам. Я не понимаю суть ваших разговоров. И простите меня, я попытаюсь написать комментарии к вашей лиле. И, пожалуйста, помогите мне, если я обрету каплю милости, то тогда моя рука пойдет, то есть тогда в правильном направлении я смогу описать все, что происходит между вами. Кто такой Санатана Госвами? Он Лаванга Манджари, он вечный спутник Шримана Махапрабху. И вот Кришнадас Кавираж Госвами, он Кастури Манджари, а Джива Госвами Пат Виласа Манджари. Гупал Бхатта Госвами, он
он Гуна Манджари. И мы должны быть всегда очень внимательны, осторожны, что мы слушаем. Мы должны слушать очень искренне. Нам должно быть стыдно, мы должны плакать, какую огромную любовь имеют иногда Гопакумари. Даже Брахма Шанкар, что говорить о остальных, даже Удав, он плачет. By the mercy of Krishna, not possible. By Bhaja Gopika. Krishna can give Bhaja Prema, but still special kripa we need from Gopika. Мы также должны получить особую милость от этих гопи. Чтобы... И вот смотрите, они всем всего лишь 3-4 года, они... у них нет никакой телесной концепции. И вот, когда они говорят, вот они говорят, что видно из-за того, что твой отец очень любит тебя, он не научил тебя ничему хорошему, поэтому почему ты не отдашь нам нашу одежду? Но это происходит из-за того, что их любовь, она переполняет их. И вот они встретились с Кришной, это первый раз, когда того... И вот это их первая встреча с Кришной после того, как они завершили свою врату аскеза. И вот они продолжают. Мы знаем, что ты очень важная личность во Вриндаване. А как ты получил такую славу? Сейчас мы узнали. Ты должен был отдать нам одежду, как мы выйдем к тебе без одежды из этой воды. И вот они хотели, сначала они просто просили сладкими словами отдать одежду, потом, видя, что это не подходит, они начали торговаться с ним, что если ты отдашь одежду, мы тебе тоже чего-то дадим. Потом Данда, они обещали наказать его, если он не отдаст им одежду. Но Кришна ничего не отвечал. И вот эти гопи, они сказали пожаловаться Нанди Махараджу, что он не отдает одежду, а Кришна сказал: «Хорошо, идите, жалуйтесь». Потом Кришна сказал, что, точнее, гопи сказали, что Камси нажалуются, а Кришна сказал, что вы знаете, кто я, кто же меня может наказать. They are speaking Samsunga, ultimately. We are going to follow you. We are going to show our sagittarship to you, ultimately. Samsunga rati dasya karvam tabodhitam dehi vasansi dharmagyo no
И вот мы следуем тебе полностью, мы твои слуги, пожалуйста, отдай нам наши одежды. А если не отдашь, то мы пожалуемся Камсе, и вот они пробуют его уговорить, чтобы он отдал одежду. И вот Кришна улыбнулся и сказал, что вы попались, вы должны следовать мне. Если вы говорите, что вы мои слуги и будете служить мне, то давайте выходите из воды и берите свою одежду. И вот они поняли, что попались, рассказали, что слуги, значит, надо делать то, что Кришна говорит. Кришна очень умен был, и вот они говорят о Шьяма Сундара. И вот гопи говорят, что ты дхармагья, ты должен знать, что такое дхарма и адхарма. А сейчас ты делаешь адхарму, поэтому будешь наказан за то, что делаешь в следующей жизни. И вот смотрите, у них нет чувства к Кришне, как к Верховному Господу. У них есть только чувство, что он сын Нанды Махараджа. You are also coward boy, we are also coward girls. So, and especially you are prince and we are staying, we are subject in Praja. Praja, you know, we are residing in your... И вот они говорили, что как ты пастух, так и мы пастушки, эти девочки-пастушки, и ты наш правитель, принц, а мы твои подчиненные. Есть такая еще индийская, английская пословица, что лоу-мейкер из лоу-брейкер, то есть тот, кто пишет закон, он их нарушает. И вот они говорят, что ты принц, ты сын Нанды Махараджа, а мы живем в твоем этом царстве, и если ты нарушаешь свои правила, это плохо. И дальше. И вот они очень прекрасно говорили Кришне, чтобы он понял, что Кришне нужно отдать им их одежды. Но Кришна, он шутил и говорил, идите жалуйтесь, если хотите, посмотрим, что Камса сделает мне. Now you all are in your own track. Bhagavan Vasudeva. Bhavato jodine daso mayuktam va karishvatha pratichantu pratichantu suchismitaha. Then you already confess that you are going to obey me, you are going to serve me whole life. Кришна говорит, вы уже сказали, что вы мои слуги и будете служить мне всю жизнь. И если я даю вам наставление, что вы должны выйти из воды и забрать одежду, так давайте делайте то, что я говорю вам. И завтра Махарадж будет говорить о том, как это возможно, что гопи думали выйти или не выйти из воды, и какова сокровенность Сиддханта, всего этого. Завтра будет обсуждение.
И вот с этой шлоки Махарадж начал Харикатху. Very sincere your opinion. Any question? No? Maharaj, how can it be that someone who has heard all this, or he knows what is the goal, but then he goes for pratishtha and for some money or some other thing. If he really, he has heard about all this, then... No. You are making mistake again. Such a I told you to hear from right source. You mistake that. Who is going to give importance to your hearing? First of all, I am going to say, you are hearing from right source, you are taking diksha from right source, you are getting Если кто-то слышал об этих лидах, знает о смысле жизни, но как он потом отвлекается на какие-то мелкие, мерзкие вещи. Но Махарадж говорит, что нужно... Кто знает, что слышали ли эти люди из правильного источника? Поскольку если бы они слушали из правильного источника, то тогда этого бы не было. Нужно начать все сначала, выяснить, получили ли они дикшу от должного, от настоящего святого, и слушали ли Харикатху от должного источника, и все остальное. Actually, Arjun did not speak. Arjun actually. Вот вопрос по Арджуну и Субхадону. Смотрите, Арджуна, тот Арджуна, который во Враджадхаме, он другой Арджуна, а тот Арджуна, о котором речь, он не был. Он с Враджадхамой никакого отношения не имеет. Он другая личность, Враджа Гопи, он не следует. И вот этот другой Арджун, он... Вот вопрос, когда Субхада Арджуну забрала и убежала с ним куда-то, то это Субхада, это вечный спутник, вечная спутница Кришны, и то, что Арджун в Двараку пришел, это тоже по воле Кришны случилось. Субхадра, она любила Арджуну, но вначале мы должны вспомнить то, что это Кришна одобрил. Это Кришна одобрил, мы должны помнить, но согласно одобрению Кришны, если Кришна что-то одобрил, то авторитетно или не авторитетно, это уже глупый вопрос, если что-то Кришна одобрил. То есть если Кришна одобрил что-то, то это несомненно авторитетно. И когда Баларам пришел их поймать и наказать, то Кришна сказал, что смотри, кто кого похитил. Это не Арджуна Субхаду похитила, а Субхадра Арджуну похитила. Поэтому все тут хорошо. Субхада так без... Нельзя сказать, что она бесстыжа была и похитила Арджуну, который был ее вечным мужем. Арджуна был, он как бы с двух.
с двух этих личностей состоял. Одна личность, он был, с одной стороны, он был вечным спутником Кришны, а с другой стороны Индры. Потом какой-то из пандавов был наполовину Ямараджем, наполовину спутником Кришны. И таким образом, то, что Субхадра выбрала своего мужа, вечного мужа, этого Арджуну, то это все хорошо в их случае. А в те времена была такая система, что дочери царей, они сами выбирали себе мужей. И Сита-деви, когда она тоже выбирала себе мужа, она слышала, Рамачандра тоже пришел, и вот она смотрела, где же Рамачандра, и шла с этой гирляндой. И Рамачандра был очень высок, она не смогла достать до него, и Рамачандра, она не могла попросить Рамачандру опустить голову. А Лакшман был очень умен, он Васишка Муни не дал знак. Лакшман пришел, прикоснулся к стопам Рамы, и Рама, он наклонился, и тогда Сита, она надела гирлянду на его шею. А так без их помощи она не могла, ей стыдно было попросить тоже. Но также все это Кришна организовал, то, что то есть, если Кришна что-то одобрил, то это в этом случае авторитетно.